Зона загрузки металла и нагревательная печь номер 14. На них сейчас сосредоточено все внимание электромонтеров 6-го. Каждый из 10 человек выполняет свою задачу, чтобы тысячи проводов, подсоединенных к двигателям, датчикам, ячейкам и выключателям, объединились в единую систему и в дальнейшем подвели электропитание к каждому элементу будущей правильной линии. В разных цехах объединения специалистам цеха 6 постоянно приходится монтировать электрическую начинку печей различного назначения. С индивидуальными особенностями 14-й им помогают разобраться представители фирмы «Автоматические системы и комплексы», компании, которая спроектировала, изготовила и смонтировала электрические части уже для двух правильных комплексов 16-го. И в новой правильной линии электрическая составляющая тоже выполнена АСК. А вот монтаж передан в руки специалистов СМПО. Электротехническим персоналом цеха номер 6 уже производились электромонтажные работы подобных печей, поэтому проблем при монтаже данной печи пока не возникает. По графику электромонтаж печи должен завершиться 15 марта, чтобы специалисты цеха 6 могли перейти на следующий объект. А пока электромонтеры колдуют над подключением и расключением узлов в начале линии, в ее конце завершаются строительные работы. 10 марта на участок поступила порция бетона, из которой были выполнены фундаменты в пространствах между колоннами и упрочненные полы вокруг будущей линии правки.